сіздермен бірге әдеттегідей быстрый ползунки бағдарламасы. Алдағы 20 минут көлемінде сізбен біз кішкентай білдіршіндер мен олардың ата-аналарының тартысты сайысының куәсі боламыз. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире семейно-спортивное шоу «Быстрые ползунки». Сегодня мы будем выявлять быстрейшую и лучшую спортивную семью в нашем городе. Самое главное, что должны уметь наши участники, это быстро и ловко ползать. Кроме того, телекурермен, егер сіз жанкер болуға дайын болсаңыздар, біздер бастаймыз. Мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, с кем вы сегодня пришли, как вас зовут? Меня зовут Юля. Я пришла с сыночком Владимиром на быстрые ползунки. А вы кем? Меня зовут Павел. Я пришел с крестником поучаствовать. Ну как, поделитесь своим настроением. Готовы на победу? Настроение хорошее, готовы на победу, конечно. А откуда вы узнали про нашу передачу? С Инстаграма, ТДК-42. В Инстаграме, да, на нашей страничке? Да, да. И как же все-таки решились? Решилась. Сначала думала, не надо, потому что ползать всего недельку. Думаю, не надо. А потом думаю, попробуем, хотя бы принять участие. Ну, молодцы, что пришли. Давайте, удачи вам. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Расскажите, с кем вы сегодня пришли, кто вы, как вас зовут и откуда? Здравствуйте, меня зовут Алтынай. Это мой муж Руслан, наш сыночек Рамиль. Очень приятно познакомиться. Скажите, откуда вы узнали про наш шоу? Узнали о вашем шоу в Инстаграме, в официальной страничке. И пришли поучаствовать. А кто все-таки нашел объявление? Я. Вы нашли? Да. Муж, супруг без проблем согласился на это? Да, сразу согласился. Да? Мы очень любим такие. Скажите, какой настрой, заряжен на позитив? Да, заряжен только побеждать. Ну все, хорошо, спасибо, удачи вам. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кто вы, с кем пришли? Здравствуйте, меня зовут Айман, мою дочку зовут Айслу. Мы пришли со своим дедушкой Орнбай. Узнали о вашем шоу, мы всегда смотрим вашу программу на канале ТДК-42. Нам всегда очень нравилось, мы всегда хотели поучаствовать в этой программе. А узнали, откуда о нашей программе? Из телевизора? Ну, по телевизору увидели, да, объявление? Увидели. Бегущей строкой. Да, и как решились? Решились, позвонили по указанному телефону, написали WhatsApp, поставили заявку и решили, захотели участвовать. Ну хорошо, желаем вам удачи, молодцы, что пришли, не побоялись, успехов. Спасибо. Телекөрермен, біздер алғашқы кезеңді бастағалы тұрмыз. Алғашқы кезеңіміздің атауы «Алға бейби» деп аталады. Яғни, кішкентай білдіршіндеріміз өз жолақтарымен еңбектеп өтуі тиіс. Бұған оларға бұл жолы ата-аналары көмекке келеді. Яғни, алға оларды жетелеу үшін олар сүйікті ойыншықтарын пайдалана алады. Итак, настало время первого этапа наших состязаний. Он называется «Алға бейби». Все дело в том, что малыши должны проползти по своей дорожке до конца. При этом мамы должны завлекать их разными игрушками и другими возможными способами, чтобы их ребенок стал первым. Итак, все участники на старте, все готовы, все заряжены на победу. На старт! Внимание! Марш! Мы видим, что Рамиль вышел вперед, но немножко сбился с курса. Мама пытается направить его в верное положение, но пока безуспешно. Я шынымен балаларымыздың барлығы бірдей бастаған сияқты. Дегенмен Рамиль атты қатысушымыз көшбасшылықтан қансекілдеді. Дегенмен ол өз жолағынан шығып кетті. Мүлдем басқа жолаққа түсіп кетті. Десек те анасы берілмейді. Оны түрлі гаджеттармен, түрлі доптармен, ойыншықтармен еліктіруде. Ал Айсулу атты қатысушымыз ойынға қатысқысы келмей қалған секілді. Көңіл күйі жоқ. Мы видим, что участник на второй дорожке вышел на первое место. Он движется достаточно уверенно. Я думаю, что если он дальше так продолжит, все в его руках, и он сможет победить.
Шынымензе Вова тақатсушымыз ережелерге сай, өз жолағымен анасын тыңда бойыншықтарына қарай еңбектеп келеді. Меніңше алғашқы сайысымыздың жеңімпазы белгілі болған секілді. Қалай ойлайсын? Қалай ойлайсын, Сергей? Мы видим, что один участник, это Вова, очень хорошо приближается к финишу, но остальные участники у нас застряли, так сказать, на старте. Yeah. Поэтому давайте поддержим всех наших участников. Сонымен біздің алғашы кезеңіміздің жеңімпазы бар секілді. Бәрекелді, жарайсыңдар. Пришел Вова, участник на второй дорожке. Жарайсың. Сонымен қалған қатушыларымыз кіріскен секілді, енді-енді ережелерді түсініп. Да, мы видим, что в ход пошли уже телефоны. Нынешние дети очень рано развиваются, поэтому уже с самого начала знают, что телефоны, там много интересного. Рамиль Аттахатушумыз өз жолағынан шығып кетті, десекте ол алға жүрді. Бұның өзі жеңістеуімізге болады. Аттегенай ол жолдың ортасында тоқтады. Рамиль приходит на финиш, ура! Рейнбазымыз бар. Смотрите, Аттулу даже и не собирается выдвигаться на свою полоску. Но нет, маме удается сдвинуть ее с места, и она делает уже несколько шагов на пути к финишу. Сонымен үшінші қатысушымыз Айсылу атты. Қанчайымымыз ойынға кіріскен секілді. Давай, Айсылу, мы верим в тебя, у тебя все получится. Қанеке, Айсылу, жеңіске жетуіңе тілектеспіз. Сонымен барлығы ойдағыдай келе жатқан секілді әзірше. Бәрекелді. Дело в том, что из участников у нас сегодня одна девочка, и вот, к сожалению, мальчики не оказались джентльменами, не пропустили вперед нашу девочку Айсылу. Но, несмотря на это, она борется изо всех сил. Я шынымен де Айсылу атты қатысушымызда берілмей, ойынды аяқтап, алғашқы кезеңінде аяқта қалды. Айсылу остались считанные метры. Если мы все поддержим ее, я думаю, она быстрее справится с оставшимися метрами. Санаулы ғана қадамдар қалды Айсылудың сөреге жетуіне. Сонымен сәл ғана. Ну вот, финишная прямая. Бәрекелді. Ура! Айсылу тоже добралась. Құрметті телекөрермендер, алғашқы кезеңді артқа тастап, екінші кезеңге қадам басқа алтырмыз. Екінші кезеңде аналар қауымы іске қосылады. Яғни бұл жолы аналар қауымы балаларының жүріп өткен жолымен, жолағымен еңбектеп, жолдың ортасында жатқан, мінекей шашылып жатқан пирамиданы қайтадан жинау керек болады. Конустық пирамиданың шеңберлерін әр шеңберді өз деңгеймен салу маңызды. Және тағы бір ескеретін жайты жылдамдық ескерлетін болғандықтан жеделдеткен жөн. Итак, настало время второго конкурса, второго этапа наших состязаний. Здесь нашим мамам предстоит собрать как можно быстрее и правильно конуснообразную пирамиду. Она будет здесь находиться в разложенном виде. Наши мамы ползком должны до нее добраться, очень быстро собрать, доползти до финиша и потом уже ползком опять же вернуться назад. Это все дело надо делать быстро и очень аккуратно, потому что от этого зависит общий исход соревнований. Нәтижесінде аналарымызда мінекей осындай мінсіз пирамида шығу дейіз. Сонымен бір, екі, үш, алға. Так, наши мамы сразу кинулись в бой, так сказать, и мама под номером один уже завершает сбор конусообразной пирамиды. Участница под номером два дышит в спину,
Но, к сожалению, два кольца осталось не собранным. Перемет. Чуть-чуть растерялась участница под номером 2. И, к сожалению, на финиш приходит последний. Құрметті телекөрермен, екінші кезең өз мәресіне жетті. Бұл жолы өздеріңіз куә болғандай аналар қауымы іске қосылды. Сонымен алғашқы қатысушымыз Айсұлудың анасы пирамиданы алғашқы болып жинасады. Көріп тұрғандарыңыздай бір қателік кеткен. Ал екінші қатысушымыз, яғни Вова атты қатысушымыздың анасы пирамиданы мінсіз құрастырды. Алайда бірден мұндай нәтижеге жеткен жоқ. Ал Арамиль атты қатысушымыздың анасы екінші орынды иеленіп, мінсіз пирамиданы құрастырды. Құрметті телекөрермен, үшінші кезең басталғалы тұр. Бұл кезең супер отбасы деп аталады. Атау айтып тұрғандай, мұнда отбасының барлық мүшелері қатысатын болады. Айта кетелік, бұл жолы қатысушыларымызды қолдауға, кішкентай бүлдіршіндерімізді қолдауға атасы, әкесі және ағасы келген. Яғни бұл жолы бұл сайысымыздың алғашқы бөлімінде әкелер қауымы өз жолақтарымен еңбектеп өтіп, себеттердің ішінде тұрған жүргектерді алып, бүлдіршіндердің жанына барады. Сол кезде аналар қауымы іске қосылады. Олар жолақтың қақ ортасында тұрған шарларға толы шелектерді алып, шелектердегі шарларды алып, себетке дәл тигізулері тиіс. Итак, настало время последнего, заключительного, третьего этапа наших соревнований. И он остается самым важным, потому что особая ответственность падает на наших сильных мужчин. Все дело в том, что они должны достать из этого ящика памперс и надеть его на своего ребенка. При этом мамы у нас будут выполнять функцию баскетболистов. Они должны все игрушки закинуть в этот же ящик. Итак, начнем и посмотрим, кто же у нас сильнейший. Наши участники на старте, каждый настроен на победу. На старт, внимание, марш! Давайте, 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 давайте. Очень быстро начали наши сильные мужчины. Керемет. Меніңше, бұл сайыс әкелер қауымына күрделерек болу мүмкін, себебі олар жүргектерді кигізулері дейіз. Олардың үйлерінде кішкентай балаларға жүргектерді кигізеді деп ойламаймын. Семья Рамиля уверенно лидирует, они уже вдвоем приступили к надеванию памперса на своего ребенка. И у них есть все шансы на победу в этом раунде. Сонымен. Тек қана жүргектерді кигізу қалды, бұл жолы аналар қауымы да көмекке келуде. Сонымен алғашқы жеңімпазымыз бар секілді. Бәрекелді. Бәрекелді. Жарайсыздар. Достар, сонымен сайысымыз өз мәресіне жетті. Бағдарламамыздың ең қызықты кезеңіне де келіп жеттік. Бұл әрине марапаттау сәті. Итак, дорогие друзья, пришло время самого приятного момента наших состязаний. Это награждение наших участников. Телеканал ТДК-42 приготовил небольшие подарки для всех наших участников. И сейчас мы начнем представлять наших победителей. Сонымен бүгінгі сайысымыздың үшінші орын иегері Айсұлу атты ханшайым, және оның атасы, және анасын ортаға шақырамыз. Құттықтаймыз. Молодец, Айсұлу. Керемет. Спортивная. Керемет көрсеткішке қол жеткізген Айсұлу қатысушымызға. Ура. Алғашқы жеңіс. Алғашқы медалін табыстадық. Сонымен бүгінгі ойнымыздың екінші орын иегері Рамиль атты қатысушымыз, және оның ата-анасы. Второе место у нас занимает семья Рамиля.
Құттықтаймыз. Поздравляем. Вы будете развиваться вместе с этими игрушками. Және бүгінгі ойнымыздың женіз тұғырына жеткен Вова және оның отбасын ортаға шақырамыз. И первое место семья Вовы занимает у нас. Давай вручим медаль нашему победителю. Құттықтаймыз. Білдіршіндердің өміріндегі алғашқы медальдарын табыстау. Поздравляем. Біз үшін үлкен мәртебе. Бүгінгі ойнымызда балалар және олардың ата-аналары ең жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Алла расыларыңыз биік болғай. Да, сегодняшние соревнования запомнились очень насыщенными моментами. Поздравляем всех участников, благодарим за то, что приняли участие в нашей программе. Желаем им здоровья и расти спортивными и здоровыми. Ну что, семья Мергалиевых заняла у нас третье место. Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете о ваших впечатлениях? Ну, впечатления самые хорошие. Мы довольны с таким шоу детским, семейным. Очень рады участвовать, были рады участвовать. Скажите, пожалуйста, конкурс с памперсами не показался трудным? Да нет, все нормально. Справились достойно, да? Справились, да? Поздравляем, время. Поздравляем вас. Спасибо. С третьим местом. Желаем вам в дальнейшем успехов. Спортивно развивайтесь. Всего доброго. Спасибо большое. Ну что, поздравляем вас со вторым местом. Расскажите о ваших впечатлениях. Как было все? Сложно, легко? Нам все понравилось, все было легко. Самое главное – участие. Второе место тоже лучше. Нам все понравилось, было очень хорошо. Побольше таких программ. И спасибо вам большое за участие и удачи. Спасибо. Сегодня вы стали победителями нашего шоу вместе со своим малышом Вовой. Расскажите, пожалуйста, какие вы сейчас испытываете впечатления? Очень радостные. Мы очень рады, что мы победили. Мы вообще сюда шли, чтобы принять участие. Мы даже не думали о каком-либо месте, потому что мы начали ползать всего неделю назад. Но это для нас большое достижение. Еще и первое место. Да, всего неделю ползает и уже первое место. Скажите, а что было самое трудное вот сегодня? Ну, самое трудное для нас было то, что он должен был проползти. Вот это было самое трудное, потому что недельку только ползает. Хорошо, спасибо. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Всего вам хорошего. Удачи по жизни и пусть растет здоровенький. Спасибо. Сегодняшнее семейное шоу это «Быстрые ползунки» нам очень понравилось. Мы очень рады таким, хотя заняли третье место, но самое главное – участие, поэтому нам очень хорошо. Настроение у нас поднялось. Вот вы сегодня самый возрастной участник. Скажите, как было тяжело с молодежью соревноваться? Да, конечно. Они молодые, быстрее меня оказались в передвижении. Ну, что, самое главное – участие. Спасибо вам большое. Сонымен, құрметті телекөрермендер, бүгінгі тартысты ойынымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге ұнаған деген үміттеміз. Ал егер біздің бағдарламамызға қатысуға ниет білдірсеңіздер, түсірілім алаңында сіздерді күтетін боламыз. Ол үшін телеарнамыздың байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Уважаемые телезрители, все хорошее когда-то кончается, и наша передача подошла к концу. Поздравляем всех наших участников с участием, а также призываем всех жителей нашего города и области, и республики заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Но на этом у нас все. Всего вам доброго, удачи, до свидания. Пока.